Zemfir müəllim. Mən çox istəyərdim ki, bir də Fəzan müəllim buradaydı, o da ki, buradadır mı? Mən çox istəyərdim ki, burada bu heç bu hava, bu atmosfer bizə aiddir. Çünki biz 40 il bundan öncə oxumuşuq, yoldaşlıq eləmişik. Müəyyən təəssüratlar bağlıdır o xatirələrlə. Bu bizim hisslər. Mane olmuyor. Xahiş edirəm. No. Я бы очень хотел, чтобы институтское или сейчас университетское начальство, ну, в какой-то мере присутствовало здесь. Потому что проблема русского языка существует. Эта проблема возникла, в общем-то, по объективным причинам, как сейчас принято говорить. Мне вспоминается, что когда вот это вот... Вот ханум здесь упомянула, что вот русский язык не очень-то в чести был некоторое время тому назад. Я пришел в редакцию газеты «Зеркало», и там наш, как однокурсник, был зал отделом, по-моему, отдела пропаганды Михаил Задычингис. Так, мы с ним поговорили, вот Эльчин Шклинский поместил там маленькую статейку. И вообще, Мамед Малин, вы знаете, русский язык – это часть нашей культуры. Государство молодое, язык, в общем-то, имеет соответствующие проблемы. У нас развивается оборонная промышленность, дипломатия и так далее и тому подобное. Не мне об этом говорить, и особенно вам, конечно. Но во всяком случае, наш народ – в какой-то мере является носителем именно русской культуры. Потому что все, естественно, интеллектуалы, хотим мы этого или не хотим, являются, как сейчас нынче принято говорить, русскоязычными. Мен Азербайджан дилинде авдаш лечесинде нетер лазим сөйбет эле билем. Бираз да инглиз тили билем, бираз да француз тили. Кентте мэллим иштийрем ве Adətən, belə şeylər nəyə görəsən mən belə dərlə alır gedir. Mən jurnalistlərin sonra xüsusilə müəyyən indiki icazə verilsə, müstəqil jurnalistlərin sözlərində, cümlələrində чувствую, могу так просветить русские кальки. Ну, понятно, это тема общеизвестна, и здесь, слава Богу, все грамотные люди, еще раз говорю, и английский язык, который французы считают испорченным французским, и русский язык, в основе которого, как мы знаем, сколько составных, и любой другой язык развивается в связи с наслоением из других языков, там, лексику, амбьян и так далее и тому подобное. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что коль мы здесь, мы могли бы принести какую-то пользу. Правда, очень интересно наблюдать наши физиономии, извиняюсь за выражение, видеть вас в добром здравии. Ну почему наш, вот, или наша алма-матер вот так немножко пренебрежительно отнеслась вот к нашему, ну, к нашей встрече. Еще раз говорю, не с точки зрения каких-то человеческих отношений, а хотя бы с точки зрения вот научно-познавательного. Ну, это, в общем-то, не знаю, как и каким образом казармы однохватили донести наш, не скажу, укор, не скажу им вся. Ну, во всяком случае, я считаю, что могло бы быть и немного здесь. Я знаю ребят, слава Богу, грамотные ребята, огромный опыт, скажем, неправильно. Сейчас наше государство развивается. По какому оно пути идет? Это не
тема нынешнего встречи, но во всяком случае русский язык здесь присутствует. Несер. Хейдер Мэрин Демишчан, я очень хотел бы, чтобы все по-новому познакомились. Керим Мэрин Демишчан, Керим Мэрин, между прочим, очень деликатно нам пожелал будущих этих самых успехов. Рядом Керим Мэрин. Анекдот можно? Да? Лучше поздно, чем никогда, сказал еврей вслед уходящим поезду и положил голову на рельсы. Реакция есть, ханум, поздравляю. Так, значит, бир-биримизле нече дейлер, элаге саклыяк, бацы кардашык, мен беле исап элейлер, бәлке бир-биримизин işine yardı. Bizim zamane belədir da. Bizim məsəl üçün dəstəmiz var. Ora söhbəti də qəbul eləmişik. Bir dənə qonaqlıqla razılaşmışıq. А я даже на айчина выберу. Ага, Илья Джей. Кто желает? Девочки, особенно, мэм базылару. Пис яхшы. Гюзümüz hele her şeydir. Юнанлар deyip ki, возраст акме. Мужчина говорит, мужчина еще умеет и как-то там, в общем, я думаю, в общем, да, такой возраст, да, в общем, после 60 лет. Так что, мен çok сердим, кимися мен иши дюшсюн, яны яхшу мэнада, мэннен би хаиш элэсин, мен дэ чанла, башла, ону ерне етирим. Я вас всех люблю, сейчас молодые так говорят, элэдэ мэ? Без всякой рисовки, и без всякой задней мысли, мен передаю, я вас всех люблю, и я очень рад видеть вас в добром здравии. Sağ ol. Sağ ol. Benim de bir şey olmayacak.